В Караганде заступили на службу универсальные полицейские. Задерживать преступников, предотвращать правонарушения и выписывать штрафы теперь будут сотрудники одной службы. Увидела страж порядка в новом статусе наш корреспондент Алина Акбаева. Дорожная патрульная полиция, старший НСБ. Остановка на остановочной площадке запрещена. Начались будни универсальных полицейских. На первом дежурстве стражи порядка нового формата провели акцию «День взаимопонимания». Водители на дорогах за мелкие правонарушения не наказывали, а лишь обходились профилактической беседой. В рейд вышли по 3 человека – один представитель дорожной полиции и 2 патрульные. Проведением дня взаимопонимания мы хотим еще напомнить участникам дорожного движения, что правила дорожного движения – закон поведения для каждого. И чем строже будет закон, тем больше гарантия вашей безопасности. А уже с Нового года универсальные полицейские оденутся в новую форму. Повседневные кители и фуражки заменят на более легкую, удобную одежду. На нагрудном знаке по принципу новых госномеров цифры обозначат регион. Также будет изменена символика на всех спецавтомашинах. На всех автомобилях установят GPS-навигаторы и видеорегистраторы. Пока в текущем году дорожно-патрульные полицейские будут нести службу в старой форме. Естественно, и не все машины мы сейчас световые знаки еще наклейки не успеваем наклеить, но буквально в начале вот этого ноября месяца мы уже заканчиваем наклейки. Все машины дорожно-патрульной службы будут обзываться как жёлт-патрульных полиции. По словам начальника ДВД Миргинбая Жапарова, главная задача правоохранительных органов – обеспечить правопорядок и безопасность наших сограждан, призвав полицейских достойно выполнять эти функции перед народом. Вот такой развод ежедневно будет. Мы данное направление каждый день мониторить будем, их деятельность, как удалось, что со стороны граждан нареканий не было. И мы отработали алгоритм действий и контроль. Алина Акбаева, Алжас Габасов, Марат Культенов, Первый Карагандинский.